Медуница неясная – это растение семейства бурачниковое, которое живет под пологом широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. В таких местах в течение вегетационного сезона бывает очень темно, поэтому медуница неясная располагается в виде розеток с широкими листьями. Эти листья расположены в одной плоскости. Это позволяет ей отловить наибольшее количество света, которое попадает на поверхность, того малого света, который вообще сюда доходит. В течение весны она развивает другой тип побегов. Это побеги с удлиненными междоузлиями, и эти побеги несут на себе цветки, которые опыляются шмелями, которые, в свою очередь, являются первыми насекомыми-опылителями, умеющими летать тогда, когда еще очень холодно. Тело медуницы неясной состоит из розеточных побегов, связанных между собой длинными горизонтальными корневищами. Эти корневища залегают на небольшой глубине в подстилке. Это позволяет медунице занимать большую площадь своим телом и отлавливать свет, который попадает на поверхность в течение дня, поскольку пятно света постоянно движется из-за того, что солнце движется по небу, то так или иначе какой-то участок будет освещен более-менее хорошо. Таким образом, растение может фотосинтезировать и активно набирать пластические вещества в течение дня, даже под таким темным и сомкнутым пологом, как полог липового леса. Плодики медуницы неясной разносятся муравьями, поэтому, когда приходит время созревания плодов, то ее весенние побеги, такие вот с удлиненными междоузлиями, полегают, занимают горизонтальное положение, довольно часто ложатся вообще на почву, с тем, чтобы муравьям было легче достать эти плодики.